Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь ко мне грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, утвишься в Дух истины, везде сущий, весь мир наполняющий. Источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети сыны очи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, хлеб наш насущный, дай нам сидеть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Восстав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети сердце. И открою уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица, свят, свят, свят Ты Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне и всегда я веки веков, аминь. Внезапно Твоё деяние каждого обнаружится, со страхом воскликнем помощь, свят, свят, свят Ты Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Восставь после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, по великой Твоей милости и долготерпению. Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал необычное Твое человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, открою старую, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Царю и Богу нашему. Псалом 72. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, ибо имеет страданий до смерти их, и крепкие силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам.
От того гордость, как ожерелье, обложила их, и бедность, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, есть ли верение Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. Я сказал, как не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и не низвергнешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе и с тобою, ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог, твердыня сердца моего и часть моя в веке. Ибо вот удаляющиеся себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу, на Господа Богу я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои в вратах чрева Сионовой. До чего, Боже, отринул нас навсегда, воздаялся гнев твой на овец пашки твоей, вспомни сон твой, который ты стяжал издревле, искупил и жезл достояния твоего, эту гору Сион, на которой ты вселился. Подвигни стопы твои вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище, рыкают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших, показывали себя подобными, поднимающими вверх секиру на сплевшиеся в ветви дерева. И ныне все резбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем, разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы такое это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг, вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и ресницу Твою? Из среды неба Твоего порази их, Боже, Царь мой, от века устраивающий спасение посреди земли. Ты расторг силами Твоей море, Ты сокрушил головы змей в воде, Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу для кустини и ёбстин. Ты иссёк источник и поток, Ты иссушил сильные реки. Твой день и Твоя ночь Ты уготовал
светило и солнце, ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горницы Твоей, собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Призри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое. Вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твоего Отца и Сына Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси, и припадаю к стопам Твоим, взываю Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но ржайся надо мной добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день Христа Божий, и спаси меня. Владыка человеколюбчая, встав после сна, я спешу к Тебе и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, люди, в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Его Сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущей, озирающей долу земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затемненного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. Прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвыми мыслями прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородному Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу открыть каждому по делам Его. Да найдет у нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его. И готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его.
где непрестанные голоса торжествующие, и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевают все творения веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставь, блести мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить мне себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О! Святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и соделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая моя Владычица Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныния, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, и освободи от всякого злого действия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога нас, святые угодники Божии, Игнатий, Роман, Анатолий, Сергий, Елена, кому усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя души наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы Христа Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшка Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, и дай им Твои земные небесные блага, и не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи, и силою Твоею даруй им здравие и спасение души, ибо Ты благ. Любишь и веришь. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все грехи, вольные и невольные, даруй им Царство Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, правцев, отцев, братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего. Величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слова, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
Молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобного Богослов, отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Абва Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Господи, сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю Тебя за эту тихую мирную ночь. Столько лет Ты хранил меня. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Укрепи народ Твой, дабы не страшиться царей начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками и сосудами полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Сминский, Устин, философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Анфиму Вениамину, дай веру и страши родителей за ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ев, Сергий, Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыслы еретиков развея в ничто преврати. Аллилуйя!
Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник, Июня, Киприана, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость. Галина, семейство Евгения, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раиса, Раиса, Марина, Юлия, Елена, Галина, Людмила и Анна. И нас помилуй, милости Твоя ради. Си, Господи, помилуй, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосиму, Алипи, Андрея, Владимира, Максима, Андрея, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, и весь священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, иногда еще священника, если угодно тебе, смири власти и воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. Слава тебе, Господи Боже наш, что жизнь нашу продлил, разум сохранил, дай нам желание трудиться, а обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобой. И до сих пор пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Аллилуйя! Сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы потопления, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея и Иосифа. Романа, Владимира, Никиту. Ищи добрых жителей с детьми, сохрани школу. И нам приготовь все необходимое, Господи, для принятия взрослых и детей. И защити от происков и вражеских преследующих детей своих. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Воззри на врагов, закрой их лживые уста. Дай им страх твой, святой, не дай погибнуть. И в судный день не помяни их безумие, преследование и истины. Благослови благодетели наших, воздаем добром Елену Анастасию. Евгений, Евгений, Наталью, Владимир. Аллилуйя! Посети болящих, дай силу все перенести, пошли им исцеление. Сергея. Алексея, Алексея, Александра, Александра, Анна, Мария, Антонина, Игоря, Калерия, Нянину, Валентина, Валентина, помилуй нас, Господи, помилуй нас. Все наши сокровища, сайт, форма, что здесь есть, сохрани от происков вражеских и трудящихся на нем. Дмитрия, Виктора, и болящих Юрия, Зоя, помилуй нас. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Левтину, Дмитрия, Марину, Чада, их Валентина, Алексея, Валентина, Надежду, найди отступников, возврати на путь спасения. Николая, Михаила, Александра, ты их всех знаешь, Господи. Спаси и помилуй Александра, Александра, Сергея, 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 Олега, Алексея, Михаила, Нину, Георгия, Анну, Юрия. И с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины. Сохрани это место, где мы можем преклонять колени пред тобою. Слава тебе,
Хвала Тебе, милосердный Создатель, и от пьянства избавив Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира и Игоря, путешествующих родителей. Аллилуйя! Все наше родство найди, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И благослови Марка и Марию, и устрой все, как угодно Тебе. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, всех противящихся истины, укроти, дай им смирение. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи! Соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже всемогущий, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. И тут мы к молитве. Сегодня материал новый тут поставил, для того, чтобы знать, как молиться. Мы все к молитве это прислоняем с одной целью. Чтобы молитва наша была не в искушении. Написано, когда приступаешь к Богу, не искушай Его. Приготовься ко всему, что Бог открывает. Сегодня тема откроется о исповеди. Вот идут на исповедь. А что, грехи перечислить надо только? А было ли это так, что человеку исповедовались? Но как Иоанну Крестителю приходила вся окрестность Иорданская, Иорданская, исповедовали грехи свои. Вот вчера ко мне зашел один хороший человек, тут будет стоять, уже кого стоит ролик, за ночь закачал я его. Ну, видно, что хороший по всем. Ну, баптист, по всей вероятности, я правильно понял? Да. Да. Михаил звать его. И главное, Михаил и жена Ирина. И у меня сестра родная моя Ирина Тихоновна, и муж у нее Михаил. И они только что получили книги в Америке. О, без одной недели, 3 месяца посылка шла. Ну, 4 книги, Новый Завет, 3-томник, и Крестному православию. Но он послал как бы маленько больше, тут курс доллара. Там я приложил еще книги для Слова Божия нету. Не 4 книги, а 5. И он вчера только получил. Но и теперь начал рассказывать. Вот что значит молитва. Мы все делали с молитвой.